Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Викинг Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Мы во Влёре, центр города, отель «Четвёрка Речной Сити». Смотрите, какой колоритный ресепшн. Ресторан здесь находится на 8-м этаже. Туристам об этом говорят. Они поднимаются на лифте на 8-й этаж, и там находится этот, ну, бассейн, с позволения сказать. Здесь в самом ресторане бассейн. Очень красивый. Есть детский бассейн. Кстати, небольшой, всего на 68 номеров. Очень хорошо подается. Отель считается первой береговой линией. Вот я сейчас вам увеличу. То есть, по факту, мы спускаемся чуть-чуть вниз по улице и проходим на пляж. Пляж у отеля собственный. Зонтики-лежаки у нас входят в стоимость. Полотенец у нас нету, как и во многих отелях. Ребят, мы в номере Family. В отеле Regina City. Спальня. Большая, хорошая кровать. Посмотрим, что у нас по виду. Вид у нас на горы. Красиво. Так. Да, сейчас. Извините. Так, ну еще номера не все готовы к заселению. Еще ведутся даже ремонтные работы. Но отель уже, говорят, что продан и заполнен. Ванная, конечно, отличная. Так, это полотенце. Да, туалет. И душевая шикарная. Зашли в ресторан отеля Regina City. Большой. И здесь, прямо возле ресторана, есть бассейн. Все покажу. Привет, 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 давай сам. Мы видим, что бассейн сразу с видовой, с видом на море. Здесь в отеле очень большие проблемы с этажностью. Если у нас номера, например, начинаются на втором этаже, то по факту мы едем на четвертый. То есть очень интересно, надо не запутаться. Отель 68 номеров, ну то есть в принципе это достаточно большой отель. Еще, кстати, нам сказала Gastrelation, что с 18 года пляжные полотенца будут даваться. Еще важный момент, этот отель работает на солнечных батареях. Это такой важный момент, потому что с утра можно проснуться и будет очень-очень даже прохладно. Сейф есть на ресепшене, он бесплатный. В номере есть фен и утюги также есть. Сейчас я вам еще раз покажу ресторан. Так, сейчас пока не убрали, я даже вам частично покажу завтраки. Но тут уже прибирают немножко. Ну, кое-что, что мы успели. Угу, все виды яиц, омлеты, сосиски. Очень красивый, колоритный ресторан. И место красивое. Посмотрите, какой вид открывается из ресторана.
Находимся в отеле Regina City и попросили туристов рассказать, как отдыхается. Расскажите, пожалуйста. Отдыхается хорошо, проживание нормальное, питание очень хорошее, пляж ужас. Чтобы быть честным. Инфраструктура, хорошая, инфраструктура на пляже, пляжные полотенца. А именно, как сказать, покрытие, песок, качество песка, качество вода. Море, чистота просто хуже, чем когда-либо что. Но само море хорошее. А питания всего достаточно, хватает? Питание на высшем уровне, не на что жаловаться. А номерной фонд? Все хорошо. Все хорошо. Спасибо вам большое. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!